Здравствуйте. Здравствуйте. Чем торгуете? А биткоинами не торгуете? Чем? Биткоинами. А. Ну как торги-то идут? Ни шатка, ни валка. Ну продается что-нибудь? Или в убыток все? Ну я тоже думаю, что у вас не может быть убытков. Красивые вещи. Красивые у вас вещи. Сами делаете? Здрасте. Здрасте. Ну что, как торги идут? И чем вы занимаетесь? Улицы у меня нет воды, дом не закатило. От огорода до фундамента вода находила. Здрасте. Как торги идут? Как думаете, сегодня день закроется? Как думаете, день сегодня закроется? Нормально, наверное. Все продадите? Может, долго собираете-то? Нет, с утра только. А место не скажете, где есть там еще? Есть, на лугу. Здесь, через речку? Ну, вот я ищу. В барках? 55. Всего хорошего. Здрасте. Две венички рубите? А? Две венички рубите? Не возят, а я привожу. А я торгую. Я не рублю. Ну, тоже неплохо. Почем венички-то у вас? Рубли. А за биткоины не продаете? Как? За биткоины не продаете? За что? За биткоины. Это что такое? Ну, те же самые деньги. Это что такое? Ну, деньги. Покажите. Для этого нужен компьютер. А зачем мне компьютер? Ну ладно. Всего хорошо. Добрый день. Ну я ягодки пофотографирую. Сами выращиваю. Ну а что? Ну мало ли, может, дети ваши выращивают, а вы продаете? Ну конечно. Нет, дома выращивают. Как обрабатываете? Что используете? Какие удобрения? Никакие. Никаких? Никаких. Только триместную залал. Ну, чё покупаешь? Вот твоя залала. Включаю. Больше ничего. Сегодня только набрали. А как же... Химия – это вредно. Зачем вам отсюда? Кому это нужно? Я использую химикаты. Два дня подряд. Все нормально? Не знаю. Нет. Никогда и ничего. Зря вы так зря. Нет. Химия нам не нужна. Так зала же тормозит рост растений. Ничего она не тормозит. Тормозит. Это каль и каль. Дерево. Нет. Ничего. А там крупная, копченая. Так что, может, где будет так? Да у нас нынче все ягоды сгнили. Могу пойти собрать, если тяжело. Да как, что там собирать? Все, что можно было, съели.
Здрасте. Почем вишня? Оля. За вишню спрашиваю. А почем? 80. А за биткоины не продаете? А? За биткоины не продаете? За чего? За биткоины. Здорово, парни. За биткоины не продаете? Ничего. Нет. Здорово, мужики. Ну как, беру интервью для людей. Я против тебя. Ну ладно, тогда буду огурцы снимать. За биткоин, за би... Ну я тебя удалю, ладно. Ну как, реклама же. Конечно. Сышима. Ну я сам хочу заниматься этим делом. Выращиванием огурцов, помидоров. Ну, когда-нибудь все равно, наверное, построю теплицу. А это сами выращиваете? А где тепличка у вас? Да ладно. К нам придут и ограбят. А что вы за биткоины не продаете? Нет? За биткоины? Сколько предложишь? В биткоинах? За это все. Ну не знаю. Ну мне столько ни к чему. А сколько надо? Нисколько. Скоро свои будут. Ну а вы-то что предложили бы? Сколько это? Я бы посчитал. Какой сейчас это курс? Один тысячу долларов? Почти 700. 100 долларов? Ну. За один отдал бы. За один биткоин? Так это же вообще даром. А? Мне кажется, так-то даром. Нормально. 700 на еще на 60. 700 умножить на 60. На 70 даже, на уже. Ну, на 65. 45 тысяч, нихуя даром. Ну, так, да, конечно. Даже дороже вышло. Тут сколько? 10. А, что рубль, 2, 3, 4, 5, 6. На рубле 20. 500 тысяч 20. О. Так вообще отлично. Хорошая цена у вас, мужики. 45. Ладно, давайте, удачи. Давайте,